Но при этом, если вы сделали какой-то кривой билд, и у вас он не рабочий, там еще что-то. А, тут драться нельзя, кстати. То, чтобы вам его поменять, вам надо ее в нерабочем билде. Ага. Так, ну тут ничего нет, я так понимаю. Погнали смотреть, что у нее с оружием падает. Я думаю, там посох и заклинание. А, где это, блин? Здесь? Да. Стоп. Это что-то новое? Fine work, brave tarnished. The greater will is pleased. По-моему, это новое. You have earned the right to become Elden Lord. Now, seek the Erd Tree and an audience with Queen Marika to become Elden Lord and restore the Golden Order. The fingers expect as much from you as they do young Gideon. Вот такой Гидеон еще. Take this, a token of farewell. Сумка с талисманами, кайф. Это я плюс еще одно кольцо. Мне как раз таки не хватало. Now, приходилось себе свапать кольцо постоянно. Become Elden Lord. Elden Lord. Кайф, кайф, супер кайф. Это прям вот сюда встает вот это вот кольцо, и оно здесь прямо зафиксировано теперь. А, и теперь я еще могу вот эту штуку. Печать Радагона! Лол, это кольцо Радагона! Офигеть! Глаз с выгравленной руной Элден. Легендарный талисман, который, по слухам, является печатью короля консорта Радагона. Высший долг давлеет на человека, он гложет его словно проклятие, которого нет избавления. Окей. А, получить силу воспоминания, получить снаряжение героев. О королеве Марике? А, силы воспоминаний это я могу... Да, а посох и заклинания, как я и сказал. А корианский королевский скипетр? 60 мудрости, усилить чары полной луны? А, ну, если это луна... А полная луна Ринала, это такая же, как у нее. 70 мудрости? Хрень не заклинания, не знаю. Они типа супер дамаговые, но супер долго кастующиеся. Что? Зачем? А волшебный скипетр королевы Ринала полнолуный, изготовленный из блестящего камня под названием Крианский Синий. А усиливающий полнолунные чары. Это изысканнейший из блестящих посохов и лишь мудрейший, способный овладеть им. Вращающееся оружие, кстати. Это как у нее вот тоже было. И полная луна Риналы. Магия одной из крианских королев порождает полную луну и посылает ее навстречу врагам. Полная луна развеивает направленные на нее чары. Касаясь врагов, она... Временно снижает их сопротивление магическому урону. Королева Ринала встречала это чарующее светило в далекой юности. Позднее она околдовала Академию. Оно... не дамажит? Я правильно понял? То есть сопротивление маг урону? И все? Призывает полнолуны запускать ее в врагов. Чтобы за 55 маны я маг резисты снял с врагов, да? У которых и так их может не быть. Что-то странно. А снаряжение героев это я могу, по идее, всех боссов, которых убил. А, нет, только ее. Хрена себе стоимость. А подороже, блин, нельзя. Только один пока что сетик. Ну ладно. Лунная корона королевы. Одеяние королевы. А одеяние, которое могут носить только самые досточтимые чародеи, принадлежит Ринале полнолуны. Когда Ринала, глава Академии Рая Лукария и королевской семьи Кария, лишила своего мужа Ратагона, ее сердце разбилось в дребезги. А лишь тогда члены Академии осознали, что напрасно видели в Ринале героиню. А сколько здесь суммарно? 7 на 3 это 21, 30 на 1000? А. Я еще что-то трачу, почему такой звук странный? Окей, королева Марика, Марика это кто? Блин, какая Марика? А, нас как... а кто нас там ждет, Марика или Мария? Да почему они такие, блин, одинаковые? Еще Марготи какой-то есть. Queen Marika is the vessel of the Elden Ring. А это, возможно, уже даже спрашивал, я не забыл. God in truth. Это богиня или это образно? Shattering,
Марика заточена в Дриверт. Это другая, да, уже? И она все-таки бог. Marika's trespass demanded a heavy sentence. Это пальцы ее заточили. She remains a god and the vision. А кто ее заточил? Кто мог заточить бога? Или полубог? Кто она там? To become Elden Lord and join Queen Marika as her consort. The fingers have willed. Короче, стать. Now go for. Окей, погнали еще кого-нибудь найдем, может кто-то еще что-то скажет. Давайте со 107 вообще поговорим, может они... говорить? О, у нее не было говорить, по-моему. Куда? Нет. I hear he has come to the lands between alone to contemplate the Golden Order. I wish nothing more than to seek his instruction and perhaps even help him in his research. Понятно. May the Брат Корин, shine through you. О, какого-то ч... О, чел вернулся сюда. Мы нашли его ланью, как бы. Hello there. Hello, sir. What can I... ничего не появилось. А у тебя? Ты нашел свою эту женщину? Ah, you again, is it? The recusants sent a lackey. Can you believe they invited me to join them? Now, after what they did, I can scarcely believe it myself. Did they think me a fool? Давай я вступлю. I'd be surprised to learn I took them up on the offer. Then I only had to ask. The location. Где? Давай на карте меточку поставь. It's on Mount Gelmir. А на вулкане. The old road that leads west from the town of Windmills. А мы не скоро встретимся еще раз, чувак. Just you wait, wretched recusants. You'll rue the day you insulted my name by laying hands on Lanya. The tale of House Hoslow is told in blood, after all. It's on Mount Gelmir, found off the old road that leads. That's where they hide. Just you wait. The tale of House. Там вроде ничего. Ты что-нибудь скажешь? Always good to son. Ничего не говорит. А навыки у тебя появились? Oh. Нет. Ну, чем-то и хотелось. А, так, с тобой поговорили. Еще кто-то есть тут? Так, здесь пальцы. Здесь... Кто-нибудь еще что-нибудь скажет? Этот чел не захотел с нами начать разговаривать? Мне кажется, он где-нибудь на конце игры начнет разговаривать с нами. Либо вообще всю игру так будет стоять. Ты что-нибудь скажешь? Да, это великая руна, я разобрал. Это все-таки она? Такая убогая? То есть сразу в столицу. And we must answer the call of grace. Агандрики, Радани. Ну, Годрика мы убили. Радан это звездные пустоши. Рикарди не помню, Марготи не помню. Риналию тоже убили. Окей. Так, здесь вроде ничего. У этой ничего нового в продаже не появилось. По-моему, нет. Все старое. Так, сферы. А сферы мы не находили случайно? Нет. А, погнали. Стоп. Тут еще дверь была, кстати. Может, открывается? Мне кажется, она просто откроется сама, когда ее можно будет открыть. Так, и к кузнецу. В ту сторону еще сходим сейчас. I feel like I'm really coming to grips with spirit tuning of late. I can see how and why immortal essence exists. A spirit under the Golden Order. I can understand their yearnings.
what they become drawn to. Master Hugh said it himself, actually. That I'm no mere prentice any longer. Once again, I'm pleased to make your acquaintance. Roderica, the Certified Spirit Tuner. Так, что ты можешь? Ой, могу я тут продолжить бафы? Давайте еще раз баф не бьем. Ну что, мы уже не можем. Блин, было бы прикольно, если бы они еще цвет меняли от зависимости от улучшения. Реверанс. Кого? Реверанс. Идите искать. Вот он. Окей, такой поклон. А ты что не скажешь? Родерике? The girl has come a long way. As ever, time and technique have made her stronger. Tis good to see. An imprisoned monster does not deserve an apprentice or a daughter, but at times that's precisely what she feels like. А что это второй Dark Souls? And it isn't easy. Так, удвоение пепла, пепел усилить. Усилить, кстати, вот эту штуку давайте усилим. 3, 4, 5, 6. 6. 7 у нас нет. Так, здесь еще дверь закрытая. Тоже не открывается. С этой, блин, ну, хорошо, давайте поговорим с ней. Долгие анимации, дебафы, это... Так уж и быть. Смотрите, здесь же тоже можно менять внешний вид. Персонализация. Чем это вообще отличается? I am pleased. Would you like me to hold... давай. Но что-то другому, по-другому с ней поговорить нельзя. Может, она что-нибудь интересное скажет. Как же это долго. Часовые анимации просто. You are so... Хопа, дебаф навесился. Сюда дебаф. Что тебе известно? Have you ever heard of Black Knife Prince? Dear Roger likes to talk of them when abed, and the ancient plot in which the first of the demigods was slain. The black knives wielded by the assassins who committed the act, along with the impressions they made, somehow hide the truth of the conspiracy. These grand affairs are hardly my forte, but dear Roger began to weep as he spoke. In truth, I've heard tell from someone else about the black knife prints that fascinate dear Roger so. Ключ к разгадке, отметка от ножа? Ого! Интересно, блин, а в какой это локации? But it wouldn't be right to give this to him, stuck as he is in the round table hold. Perhaps you could make use of it? Вы нашли простую карту. Проверьте инвентарь. Это я понял уже. Блин, сколько она там хп уже срезала мне? Может, она статично срезает хотя бы? Это не так плохо для нее. Возможно, она выживет в конце прохождения. Где я статус? 1115, 1155, короче. Отбафик. Убраться не хочет? Он, наоборот, повесился, блин. Так, туда еще не ходили. Тут вроде и так никого нет, но на всякий случай надо проверить. Еще есть ли какие-нибудь 12-16? То есть 55 это 45 плюс 16. А 40, 70, 50, 61 где-то, короче. Дверь. По-прежнему дверь. Ну все, значит, 61. Не так много, ладно. Слабый дебаф. А с кем еще можно поговорить из этих обычных чуваков? В мире. На кого еще это могло бы повлиять? Мне кажется, в замогиле мы уже ни с кем не можем говорить. Смысла нет. А здесь мы не так много встретили. То есть, наверное, вот тут вот мы чувака встретили. Здесь вот... Здесь вот женщина была. С ней поговорить, типа. Что она может сказать? Не знаю. Мы не так много NPC встретили. Черепаху мы встретили. Я на тут. Мириэль Пастырь Клятв.
И мы не нашли секретку. Погнали искать секретку. То есть после босса у нас ничего нет. Значит, мы где-то это пропустили. Пропустили только... Тут? Я не знаю, где еще... О! Другие картины. А, может быть, тайная тропа где-то. Кстати, Муракума, блин, на плюс 6. А, чуть-чуть ваншоты, жалко. А, вот здесь спрыгнуть, кстати. Опять в щит ему ударил. Блин, не ваншотую. Так-так. А чё их так много? Какого фига? Вот здесь вот спрыгнуть, я думаю. Да? Нет? А, высоковато. Но предмет, по-моему, там находится. Стоп, где он? Пока... А, очень далеко, очень. Блин, я не понимаю. Где еще не на всех крышах, может быть, ходил? А крыши еще какие-то сходить? А какие? А, дверь закрыта, лол. А почему она закрыта? Она была заперта или не с этой стороны? Пойдешь? А, тут два мага. Так, закрытая дверь, это серьезно. Мы не смогли открыть. Открывается, да, это шорткат. А откуда он начинается? Может быть, это дальше где-то? Хм. О, лазурный блестящий меч. Ничего себе. Мудрость, магия... Понятно. А меч, на горде которого красуется блестящий камень, оружие студентов лазурного факультета, стремящихся владеть корианским волшебством. Наносит урон магии. Меч выточен из дерева и, очевидно, прежде служил чародейским посохом. А снаряды блестящих камней. Блин, какие-то атаки супер быстрые, мне кажется. Либо я просто обычным мечом никогда не играл. Окей. Такой вот мечик. А, здесь еще что-то. Здесь ничего вроде бы. Закрыто? Ой. Осторожно, блин, тайная тропа. Фига. Хор... Чё за метка? Ха. Ха! Ха-ха-ха, блин. Это оно. Здесь не камень здесь. Окей. Хорошо, секреточка найдена, блин. Ха-ха. Осторожно, тайная тропа. Блин, там сообщений вообще не было. Там одно реально сообщение стоит, и все. Видимо, тут лут какой-нибудь хреновый. Вообще плевать на лут, главное найти это место. Ой, тут можно было упасть. Блестящая корона Оливина. Ха, еще одна? Не дофига ли тут корон? Это была Каролоса? А это вместе вз... Это Каролоса и Оливин, типа? Или это другие челы? Снижает здоровье. В
Факультет Оливина основал могущественный чародей Лусат. Его последователи продолжают изучать метеориты. Тоже 3 дает, но она... Короче, это режет стамину, а это режет ХП. Типа на выбор, да? Но при этом дает 3 статов. А это режет и то, но дает 6 статов. То есть суммарно. Ну, кстати, да, это то есть 2 головы. Хорошо, нашли все эти головы. Окей. Все тогда. Теперь я думаю, что я теперь точно все прошел. А Райл Карри. Так кто здесь? Ринала? Королева Ринала. Но мы ее убивать не стали, получается. Она в живых осталась. Еще Рена ей там помогла. То есть Рена ее как бы там воскресила, или что она с ней сделала. Куда дальше? Можно сюда пойти. Можно, вот, наверное, под пещеры я хочу здесь походить. Сюда, потому что я пока не знаю, как попасть. Вот здесь вот я хочу пройти все. Вот эту штуку я вообще не понимаю, что такое. Потом с этим берегом разберемся. Вот здесь вот можно пройти к этой штуке. Эта штука довольно прикольная, тоже какой-то большой замок. Сюда хочется. Также здесь по воде хочется пройти вот в этом ущелье до сюда. Там пещера с шахтой, скорее всего. Ну, наверное, даже сюда поднимусь сначала, хотя тут ничего нет. Мы тут даже немного уже побывали. Ну, проблема-то этой зоны, видите, вот это, как бы, карта еще не открыта. То есть, это еще не конец карты. Но это, я так понимаю, уже... Хотя, может быть, вот это считается платом Азорута, как-то там называется оно, короче, который... И в Новостоке у нас как раз-таки вот это, столица Лейндейл. Потому что мы уже близки к столице. Кстати, давайте вот сюда сбегаем быстренько. Может, там что-то появилось? То есть... Нам же надо благословить великую руну, не? Или это только работает в... с этим, с могилем? Давайте попробуем здесь, посмотрим, что. А, рычаг. Здесь мне не открывался там этот подъемник. Возможно, после убийства Ринала что-то поменялось. Там, кстати, есть руки на стенах. Не буду их показывать, но они там есть. Блин, огромное количество чуваков ходит с этим щитом. Где они его берут? Причем он как-то странно светится, когда они призраки. То есть он какой-то синий. А, свечка, пусти. Так, ну сама эта штука не опустилась. Ну, по идее, можем не подниматься, можем прямо отсюда из лука стрельнуть. Летит. Ну, ничего не происходит, да? Ну, хз. Может, не летает? Давайте я перёную какую-нибудь стрелу. Перёная. Без шансов. А, я не знаю, что тут делать надо. Почему она не работает. И ладно, не знаю, куда дальше идти тогда. Надо решить сейчас. Сюда сейчас пока временно. Надо определиться уже, потому что я могу новый сплэкин чекнуть. По-моему, один какой-то мог. А, жизнь у меня 6 ячеек уже. Так, и снова вот эту штуку могу чекнуть. Что еще? Так, это все старое. Не могу. Это мы чекали. Да, не хватает стопов ни на что. И ладно. Даже на хилку, блин. Ага. Понятно. Давайте вот эту штуку чекнем, что это такое.
Где мой посох? Нет посоха. Волшебный блестящий клинок. Да, это как этот чел делал, который волк. Могу много сделать. Что интересно у них по урону? Супер долго летит, прямо очень долго. Урона хочется еще чекнуть, типа не так. Так, ну тут врагов нет. Ты что-нибудь скажешь вообще? Alright, mate. Нет, что не хочу говорить. Так, о, сколько лилий. Вот бы найти врага, хоть одного. О, враг. Подходит. Так, давай. Обычная и заряженная. 215, нифига. Почему меньше? А, потому что в стелсе, блин, нанес. Не 215, короче. 247. Кстати, вот они нас заметили. 95. 95 раз за 3 в ответ. Должны убить людей. Раз, два. А, ну фингист тоже почему-то настрелил. Ну, 95. Топ что? В инвизе 215, а просто так 100? В два раза меньше? Окей, странное заклинание. Так, куда идти-то, блин? В болото? Наверное, давайте в болото пойдем. Да, пойдемте в болото. А, на всякий случай тогда возьму... Противоядие? Блин, у меня одни эти чудеса. Давайте метеориты возьмем. Я не знаю, что и брать. Давайте ничего не будем брать, чтобы это место не занималось. Вот так. А, тогда посох мне не нужен. Так, а пушку. Давайте что-нибудь новое, интересное. Там будет болото. Что интересное на болоте взять? Копье вот это. Где оно вообще находится? Здесь вот она находится. А, стоп, я сюда хотел, блин, сходить, я не на болото стоять сейчас. Сначала сюда сбегаем, там потому что NPC есть, которая Рая, по-моему, зовут. Чего? О, старые знакомые. Да блин, найти. Мы убивали такую птичку покруче, на самом деле. Ой, я сейчас умру. А где это было? Где? А, души сейчас. Окей, ночной босс найден. Нафидел от птицы. Вообще мы убивали очень крутую такую птицу. Жалко, она оказалась немного глупой и упала с обрыва. Окей, случайно нашел ночного босса. Но ночью я тут еще вроде особо не катался. Я катался по другой зоне вроде бы. Но в целом нет. Так, так душу мне надо ехать. Я появилась. Тут звук какой-то был, а? Я вообще на звук отвлекся. На тебе, блин. Очень дорогий каст. У меня, кстати, ее палки есть. МК ее палки, ее, кстати, убивает. А что с уроном? А, или... Я не дамажу ее же палкой. А если вот так вот? Что по урону? Птица смерти. А, знаете, кстати, я знаю, что ее будет дамажить.
Я буду дамажить вот эту штуку. Надо ее пикнуть. Надо бафнуться. Потому что это святой урон, и она, по идее, получает огромный урон от святого урона. 254, но некачественное оружие 254. Мне там копье на 200 как бы дамажило. То есть если какую-то норм пушку забафать, у меня, к сожалению, нет этого бафа. Интересно, выпасть может. Там будет кальмар где-то полз. Сейчас не связывается особо. Окей, готово. Какой-то еще эффект настакивает. По-моему, предыдущие не настакивали. А с ней ничего не выпало. Блин. А, нет, меч с красными перьями. Это артисар. Это артисар, это он. Это 100% он. Увеличивает силу атаку при низком здоровье. Да, это артисар. Талисман, украшенный красным перьем, некогда использовался в обрядах смерти. Усилит атаки при низком здоровье. Близ смерти открыляет душу, а те, кто изо всех сил отцепляется за жизнь, ждет славная кончина. Но артисар это кольцо из как минимум второго дарка. Я не знаю, как в других дарках есть оно. Но это точно такое же кольцо. По-моему, оно есть в первом дарке. В третьем не знаю. А, ее тут нет. Артисар она называется, потому что это сокращение с Red Tear Stone Ring. Кольцо с красным слезным камнем.